Венспилская вечерняя школа в последние годы стремится идти в ногу со временем. Фактически, идея про талмацию, я сказала, как гайса вермо, я у мамы сварякус гадус. Фактически, идея о дистанционном образовании витала у нас не один год. Это не идея одного дня, а целенаправленная работа нескольких лет. Неоднократно возникали острые дискуссии между учителями и администрацией, но они были конструктивными. Skolotājiem, starp administrāciju, bet jāsaka tādā ļoti labā nozīmē. Жизнь показывает, что далеко не все, кто хочет учиться, имеют возможность это делать. Кто-то вынужден уехать на работу за границу, спортсмены тоже постоянно не находятся в стране. Не только спортсмены или те, кто работают за границей, но и те, кто находится здесь, например, инвалиды с проблемами передвижения или молодые мамочки. Все чаще появляется целевая группа, которая охотно бы получала среднее образование в Латвии на латышском языке, не посещая каждый день уроки в школе. В Латвии это предлагает частная рижская школа дистанционного образования, но и мы теперь готовы предложить такую программу. Bet arī mēs šobrīd esam gatavi piedāvāt tālmācības programmu. Es domāju, ka tā ir ļoti laba ideja un cik zinu arī pēc direktora. Это очень хорошая идея. Насколько я знаю со слов директора, они одни из первых в Латвии, кто это делают. Vispār Latvijā. С 2008 по 2010 год Венспилская вечерняя средняя школа координировала проект «Комениус», в котором принимали участие 8 школ 7 стран. Такое сотрудничество позволило получить большой опыт. Наши немецкие коллеги сказали, что есть такая бесплатная программатура Moodle, которую можно хорошо использовать при дистанционном образовании. Начав интересоваться возможностями этой программы, наш учитель информатики Даца Бергмане сказала, что она готова перепрограммировать под нужды Венспилской вечерней школы эту программу. Совместно с преподавателем Венспилской высшей школы Эстерой Виталой была разработана программа дистанционного обучения для педагогов. Учителя приобрели учебные материалы, необходимые для формирования навыков преподавания на расстоянии. Фактически, в течение одного учебного года учителя уже опробовали часть своих материалов, работая с заочниками и очниками. И сейчас мы детально разработали порядок оценки знаний учащихся по программе дистанционного обучения. Я преподаю в школе историю. Не сказать, что мы будем это делать впервые. Учащиеся по дистанционной программе уже были, просто их так не называли. Те же хоккеисты, которые играли в Канаде, и местные жители, которым уже 30-40 лет. И им работа не позволяет посещать школу. Поэтому эти разработки уже имеются, и материалы по истории подготовлены. В любое время любому человеку, который не может прийти в школу, я могу выслать свои материалы, лекции, различные задания для самоконтроля. Практически ничему новому учиться не надо. Каждый день мы пользуемся компьютером, работаем на нем. Конечно, для нас это стало своего рода вызовом. Сама я преподаю визуальное искусство, а визуальное искусство в средней школе – это больше история искусства. Не столько рисование, сколько обучение учащихся смотреть на произведение искусства иначе. Задействованы все учителя, преподающие предметы, включенные в программу среднего образования. Учитель дистанционного образования – это своего рода помощник, указывающий правильное направление для поиска информации. На данный момент заявление на получение среднего образования с использованием интернета подали 2 человека. Подробную информацию можно получить на домашней страничке. Адрес вы видите на своем экране. Дистанционное образование – это не халтура. Пусть не думают, что это так просто. Придем, подадим документы, а потом уедем и уже как-нибудь. На самом деле учащимся придется много работать самостоятельно. Поэтому прежде чем подать заявление на дистанционное обучение, надо хорошо подумать, действительно ли это то, что он хочет. И если ему это надо и есть желание, то он сможет это сделать. Чтобы получить среднее образование в Венспилской вечерней средней школе, можно жить в любом месте Латвии и не только. Татьяна Саксаганская, Солвета Деманте, Инс Жодзинш, Курзамское телевидение.